Он пришел в политику, когда Россия вступала в один из самых сложных периодов своей истории. Он ушел из жизни, когда страна обрела покой и стабильность. Борис Ельцин и его время – это название фотовыставки, презентация которой состоялась 20 марта в Краеведческом музее. В Краеведческом музее сегодня вспоминают 90-е. Говорят о ГКЧП, распаде СССР, дефолте и прочих ключевых событиях недавнего прошлого, изменивших жизнь каждого. Поводом вспомнить это стала открывшаяся сегодня выставка «Борис Ельцин и его время». На снимках запечатлен очень разный Борис Ельцин, в зависимости от обстоятельств. Есть такой, каким его запомнили все, на растиражированных кадрах официальной хроники. Есть и такой, каким его видели лишь близкие, на фото из частных коллекций. На этой выставке вы сегодня можете увидеть 248 работ. Это репортажные фотографии разных лет. И эта выставка, она называется «Борис Ельцин и его время». И, наверное, это правильное название этой выставки, потому что здесь показывается не только портрет одного из руководителей нашей страны, а именно первого президента России Бориса Николаевича Ельцина, причем в разные периоды его жизни, в разные, значит, личное время, как он проводит и так далее. Но прежде всего это выставка, которая показывает эпоху Ельцина. Экспозиция представляет яркую, объемную и уже немного подзабытую картину жизни страны. Жизни новой России во главе с Борисом Николаевичем Ельциным. Само название выставки очень значимо и очень знаменательно, поскольку Ельцин и его время и позволяет именно представить не только Бориса Николаевича Ельцина и составить свое мнение о нем как о человеке, но и представить себе ту сложную эпоху 90-х, в которой развивалась его политическая карьера. Выставка имеет, конечно, очень важное значение. Педагогам рекомендовано организовать просмотр выставки учащимися прежде всего 9-х и 11-х классах, поскольку именно эти школьники изучают 20 век в истории России. Ну и также она будет интересна, я думаю, многим жителям нашего города, гостям нашего города. Гостей поприветствовали организаторы выставки. На презентации присутствовали и те, кто был лично знаком с Борисом Николаевичем. Для присутствующих прозвучал музыкальный подарок от Центра народной культуры «ЛАД». После гостей ждала экскурсия по представленной экспозиции. Выставка «Борис Ельцин и его время» – это рассказ о жизни и деятельности Бориса Николаевича. Особый интерес к фотографиям, где запечатлено время 90-х, проявляют школьники. Выставка очень хорошая. Здесь много материала для изучения, чтобы вот осмыслить, подумать над тем, как это все было раньше. Очень много фотографий, на которых, ну, мы видим Бориса Ельцина как обычного человека, который радуется всему. То есть он не только как политический деятель выступает, но и как обычный человек. В Асбестовском краеведческом музее выставка «Борис Ельцин и его время» продлится до 13 апреля.